Неделю назад сотрудники КЗХ начали активную работу по установке новой детской площадки на набережной реки Магаданки 55. Напомним, что в этом году установили уже 5 игровых комплексов. Некоторые из них теперь радуют детей, проживающих по улице Октябрьская и набережная 15. Конкретно на этом участке уже начали укладывать травмобезопасное покрытие, устанавливать малые архитектурные формы и детский игровой комплекс. С нашей стороны, вот со стороны Комитета зеленого хозяйства, мы еще будем работать здесь в течение 2-3 дней. То есть пока завершится до конца укладка этого покрытия травмобезопасного, мы еще будем устанавливать здесь одну малую форму. Нам предстоит также установка ограждений, 60 секций. Они будут установлены вокруг детской площадки всей полностью. Скажите, какие малые архитектурные формы здесь поставили? Ну, предстоит установка еще одной малой архитектурной формы, это качель на металлических стойках. Также нами были установлены две скамейки, лиана, диван-качеля, качалка-балансир. Также после завершения установки ограждения на детской площадке сотрудники КЗХ планируют укладку газона. На данном участке всего задействовано две бригады озеленителей, которые занимаются непосредственно устройством газонов. И на участке малых форм есть отдельная бригада, основная задача которой – установка различных форм и детских игровых комплексов. Акция памяти Жерар Беслана прошла в Магадане 3 сентября в парке «Маяк». Ее провели курсанты молодежного патриотического клуба «Наследие». На сцене амфитеатра были выстроены и зажжены 334 свечи. Ведь именно столько жизни унес бесланский теракт в 2004 году. Напомним, тогда от рук террористов погибло 334 человека, из них 186 детей. Память всех, для кого День знаний 17 лет назад стал последним, магаданцы почтили минутой молчания. Сегодня мы проводим акцию «Свечи Беслана». Она у нас проводится уже второй год в парке «Маяк», в амфитеатре. Мы зажигаем 334 свечи в память о погибших в Беслане. Вообще, мы еще в прошлом году мы показывали фильм о Беслане, но сейчас из-за возведения второй очереди парка «Маяк», к сожалению, сюда не смог приехать автокинотеатр, поэтому мы здесь изменили формат. Но все равно мы зажигаем 334 свечи. 17 лет назад на торжественной линейке у средней школы номер 1 Беслана собралось более 1000 человек. Внезапно на линейку ворвались вооруженные люди и начали стрелять над головами собравшихся и сгонять всех с здания школы. Террористов было около 30 человек, среди них были и женщины с поясами шахидок, смертников, кнопки от которых они держали в руках. В спортзале всех посадили на пол и начали минировать зал. Две большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины. Затем через весь зал протащили провода, которым привязали взрывчатки поменьше, вспоминают заложники. Часть бомб была подвешена над головами заложников, часть была расставлена вдоль стен. Все бомбы были соединены друг с другом, а пульт управления находился на полу. У самого пульта, сменяя друг друга, дежурил кто-то из боевиков. В туалет заложникам запрещали ходить, для этого они в спортзале вскрыли полы, чтобы никого никуда не выводить. Террористы решили избавиться от всех мужчин и в течение 2 дней они их отводили в кабинеты и там расстреливали, выбрасывая тела в окно. 2,5 дня 1128 заложников удерживали в школьном спортзале. Основное требование террористов – освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. Развязка наступила 3 сентября, когда около полудня в здание школы подъехал автомобиль с 4 сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами заложников. В этот момент в спортзале школы раздались 2 мощных взрыва, которые спровоцировали незапланированный штурм школы. И начался штурм. Сегодня 3 сентября, день солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата очень плачевная. Погибло очень много детей в Беслане. Я здесь от молодежного патриотического клуба «Наследие».
проводим, чтобы никто не забывал и чтил память погибшим. И чтобы хотелось бы, чтобы больше такого не повторялось. Знаем, помним и скорбим по погибшим, кто стал жертвами тех бесчеловечных деяний террористов, неких извергов, которые ведут борьбу, как они сами утверждают, со злом. А видимо, в данном случае злом выступали беззащитные люди, среди которых большая часть ни в чем невинных детей. Вы, возомнившие себя вершителями судеб и жизней, чем же для вас те бесланские дети представляли угрозу? Их-то за что убивали? С каждым днем террористические ячейки активно появляются, привлекая в свои ряды все больше приверженцев. Только вдумайтесь, за последние 5 лет в России сотрудниками ФСБ было ликвидировано около 100 террористических ячеек. И, к сожалению, мы еще не победили. Жесткий бой ведется и по сей день. Учреждения у нас на сегодняшний момент 3 подключены, а у них внесены их предложения, и те, кто получает информационную карту, нашу пушкинскую карту, они спокойно видят уже всю афишу, они видят, куда они могут пойти. В Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре прошла пресс-конференция, посвященная запуску всероссийской программы «Пушкинская карта» в Магаданской области. Она позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Участвовать в этой программе могут лица от 14 до 22 лет. К слову, пока вам не исполнится 23 года, вы также можете пользоваться этой картой. Деньги на покупку билетов поступают на карту МИР. Всего сумма будет составлять 3000 рублей. Для того, чтобы оформить пушкинскую карту, необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги Культура». Оформить виртуальную карту МИР можно прямо в приложении или получить пластиковую в отделении Почтабанка, предъявив паспорт и СНИЛС. Для покупки билета нужно выбрать желаемое мероприятие из афиши в приложении или на сайте kultura.rf и оплатить. Также при покупке билетов на сайте самой культурной организации или через кассу убедитесь, что это учреждение участвует в программе. На данный момент в Магадане всего 3 культурные организации подтвердили свое участие. Продолжается прием работ на всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2021». Организаторами выступили Ростелеком и Пенсионный фонд России. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложить свою работу в форме эссе по теме одной из конкурсных номинаций, а также 2 фотографии. Всего 6 номинаций. Портал госуслуги «Мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет-проект», «Я интернет-звезда». Заявки будут приниматься до 15 октября. Напомним, впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2000 участников. С тех пор каждый Новый год в нем принимают участие все больше людей. Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках реализации проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие и содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров.